Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучение курса «Асинт по-русски для чайников». Четвертый раздел «Мессенджеры» – это второе видео, которое будет посвящено Телеграму. Это видео о том, как узнать, кто звонил, используя приложение Telegram. Если вам позвонили с неизвестного номера и вы хотите узнать, кто это, надо добавить номер к себе в контакты. Если он есть в Telegram в контактах, то он будет подписан, как и в телефоне. И вы сразу сможете увидеть его аватар. А если вы удалите его в Telegram, то сразу увидите, как его зовут. Но есть одна оговорка. На телефоне звонившего также должно быть приложение Telegram. У меня в телефоне есть несколько пропущенных звонков. Я не знаю, кто звонил. И поэтому вот попробуем установить, кто же это звонил. Знакомы мне люди или нет. Первое, что нужно сделать, добавить человека в контакты. Я для примера добавлял, указывая в качестве имени последние 4 цифры номера. Первый пример, вот вы видите, 4095. Нажимаю удалить, удаляю контакт, и появляется имя. Еще один пример. Добавляю в контакты под именем мистер X. Далее удаляю его. Надеюсь, теперь вам все стало понятно. Если все понятно, дальше можно видео не смотреть. Если непонятно, то еще раз пошагово показываю, как это нужно делать. Есть неизвестный номер телефона. Я добавляю его в телефонную книгу. В качестве имени и фамилии указываю «пока не знаю». После этого захожу в приложение Telegram. Нажимаю три полоски в левом верхнем углу, чтобы появились контакты. Выбираю «пока не знаю», попадаю в его профиль и нажимаю в правом верхнем углу три точки. Это меню «удалить», «delete». Telegram вас спросит, действительно ли вы хотите удалить контакт. Нажимаете «ОК». После этого появляется имя контакта. Очень полезный способ установления владельца номера телефона. Беру его на вооружение. Большое спасибо за внимание. До новой встречи. Следующий раздел будет посвящен электронной почте.